Унылые будни, скучная работа, повторяющийся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаете в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! UpX. Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда, легко? Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Очень много километров в час. Да, 3 километра надо проехать. Че, ребята, мне может Twitch сделать? Будем стримить игры, короче. Крис, а какой твой любимый герой в GTA 5? Тревор. А почему Тревор твой любимый герой? О, подожди, давай ограбим. Потому что у него крутая машина. Смотри, давай ограбим банк. Уехали, и менты за нами. Ладно, поехали быстро, смотримся отсюда. Кстати, ребята, если хотите поиграть онлайн в GTA 5, я могу запостить, короче, на Твиттере мой ник. И можем вместе поиграть, пограбить банки и все такое. Пострелять. Папа, ты же там очень много полиции. Где за мной полиция едет? Да, мы на карту смотри, да. И на звездочки. А, да, вон полиция едет. Ничего страшного. Мы же тоже полиция. Да, только она нас не догонит. У нас машина быстрее. Да, и мы можем достать базуку и как? 3 минуты, по-моему. Их машину тогда, их машина сломается. Да, их машина сломается. Взорвется, да? И тогда они все умрут. Так, подожди, мы чуть-чуть неправильно поехали, но ничего страшного. О, подожди, там, наверное, мега-станд есть. А, нет, там машина какая-то. Поверни, там уже! Да, я уже вижу, да, все, побежали туда. Машину здесь только оставим, да? Короче, если кто-то хочет поиграть онлайн, короче, ник ArianBro 1488. Заходите, короче. Я играю в Xbox, поэтому, к сожалению, плохо для людей, которые играют в Плейку 4. Папа, я хочу на Люкшифе полететь. Где на парашюте можно прыгать? Да. А где на парашюте можно прыгать? Давай посмотрим на карте. Так, где можно прыгать на парашюте? Вот здесь или куда ты хотел? Сюда? 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 Нет, сюда? Сюда? Я хотел, где на парашюте можно прыгать. Сюда прилетели. Здесь мы еще не прыгали, наверное, да? Так, ладно. Полетели. Там самолет летел.
Там самолет летел. На-ка, лети. Я попить возьму себе водички. Просто вот эту кнопку нажимаешь туда и вперед. И когда долетишь, скажешь мне. Так, ребята. Пойдем на кухню за водой. Ну что, что вам еще прикольного рассказать? Крис все наигрался? Будем еще играть? Или посмотрим что-нибудь крутое, мультик какой-нибудь? Ну тогда лети туда, где парашют. Когда брошу курить, не знаю. Дайте подумаю. Когда, наверное, захочу бросать курить. Да, сын знает немецкий. Эй, он не так быстро летит. В чего играю? В GTA 5. Ну, PlayQ 4 не знаю. Скоро же 5 выходит, по-моему. Я вообще думаю, наверное, Xbox X. Не знаю, чем такое. Косяки никогда не... Нет, шутка. Куда я улетаю? Ты лети в эту в сторону. Подожди. Сюда лети. Угу. Читать умеешь, Крис? Читай, что они там пишут. Там спрашивают, ты умеешь говорить на немецком? Скажи, что ты умеешь говорить. Поздоровайся на немецком. Скажи, как тебя зовут на немецком? Ich heiße Christopher. Угу. Und Nachname? Christopher Machalo. Правильно, вот так вот. Передаю Барнаулу привет. Мне Call of Duty вот такие простые стрелялки, что-то, ну, не катят, не очень так. Привет в Дагестан, салам назад. У меня не iPhone. iPhone что-то меня не прикалывает. Потому что, как бы, не знаю, без iTunes туда нихуя не закачаешь. У меня этот... Galaxy семерка. Почему ты не играешь? Потому что, Крис, мне сейчас что-то не катит играть. Ну давай играй ты. Давай тогда посмотрим мультик какой-нибудь. Давай посмотрим «Гадкий я» про Грю. Про Ранго. Про кого? Про Ранго. О, крутой мультик. Давай посмотрим про Ранго. В God of War я играл, пиздец. Прикольная игра. Меня прикалывало вообще. Так. Ранго. Крис хочет посмотреть Ранго. Или историю игрушек. О, не, лучше Рангу давай. Рангу крутой чувак.
Омску привет, Казахстану привет. Нижний Новгород, когда приеду, не знаю. Посмотрим. У меня мальчик будет второй. Кстати, через пару недель уже родится. Метро, метро, метро. Это типа игра такая 2030, что-то такое, да? Метро 2030, может быть. Mortal Kombat играл еще тогда, блядь, на Nintendo, на Super Nintendo. Вот это было прикольно. Папа, почему да. Ранго ты включаешь? Да, включаю уже Ранго. Это Ранго, что ли? Это что ли Ранго, да. Конечно же, Барнаулу. Барнео, привет от души. А, да, метро 2033, да. Ну, я смотрел, как бы, вроде, но сам не играл. Калинину привет передаю. О, Богдан, привет, все заебись. Блять, как этот 1xbet заебал, ребята, вообще нахуй, блять, везде эта ебаная сраная реклама, блять, этих мошенников. В Одессу собираюсь в следующем году в отпуск, короче. Блять, в следующем году, что я говорю, в этом году летом, блять, у нас же уже следующий год. Что там? Конфетку не можешь открыть. Крис, давай я тебе что-нибудь... Рангу тоже крутой. Ну, Оптимус Прайм тоже крутой. Да, потому что он очень огромный. Да, он очень огромный и сильный. Да, а Рангу маленький. Рангу... Алексину передаю привет, ребята, да. И Бобу привет, ребята, всем привет. Ой, блин, да. Вылетает. Привет. А это кто? Привет, Молдавия, я уже передавал, наверное. Привет. А это эти совы поют мексиканские песни. Походу будет трансляция приветов, да, ребята? В Киев, наверное, тоже в этом году, наверное, полетим в Киев и поедем отдыхать в Одессу. Папа, Рангу Астрахани, спит. Привет. Ранга не спит. У нее просто глаза закрыты. В Россию, надеюсь, что тоже в этом году попаду, ребята. В Россию. Ну, вообще на очереди как бы Казахстан. Вот в Казахстан вот горит прямо вот. Хочу поехать в Казахстан с концертом. А, хорошо, хорошо. Буду знать, что первая ступень прямого эфира передать всем привет, короче. У него пупочек. Да, Крис, почти у всех есть пупочек, да? Не знаю, кроме птиц, наверное, каких-то. О, уже понеслось, короче. Ребята уже меня, короче, нашли, короче, да? Добавляйтесь в друзья на Xbox. Маслаку привет. Моему сыну исполнилось в этом месяце 4 года. Как я отметил Новый год, очень спокойно. О, Алмата, я слышал, крутой. Астана, Алмата, вообще говорят, как Дубай, да? Или что-то я там не так прочитал.
О, привет, Эдик. Ты здесь, я думал, ты на работе. Папа, сначала Optimus Prime был старый, и потом крутой был. Да, а в какой части это было, Крис? Знаешь, в третьей? Так, добавить в друзья на Xbox или где? Мы сейчас дома, в Германии. В Тюмени круто было, вообще понравилось. Не знаю, я записывал это вот... Это Ранго хвост его захватил. Да? Записывал на выходных там еще пару вещей, короче. Хацкалю записал припев. Что-то еще записывал. А, Эдику записал припев там, короче. Ну, как бывает, свободное время, короче, записываю. Просто видите, у меня сейчас вот... Таня сейчас как бы нету дома, но она учится каждый день. И вот у меня, видите, нянька, короче. А в следующем месяце вообще два будет. Так что... О, сибиряки, привет! Круто, Сибирь очень понравился в прошлый раз. Эй, Костанай, оттуда моя мама, кстати, родом. Нет, моя мама родила... Ранго и один пупотик и живот, и одна рука. Ага, ты имеешь в виду этой Барби сломанной там? Ага, понятно. А, кстати, моя мама родилась в Красноярске, короче, и жила после в Костанае, в Казахстане. Почему у меня интернет не работает? Работает просто, ребята... Просто в Германии, например, интернет, как в странах третьего мира, блядь, наверное, бля, один из самых плохих интернетов. Ой, извините, меня же забываю, что ребенок сидит рядом. Иркутск, я, по-моему, был в Иркутске. Круто было, по-моему. Да, два языка знает. За год можно выучить немецкий, да, без проблем. Смотри, как... Просто, ну, просто многие думают, что немецкий трудный язык, но я считаю, например, русский намного труднее, сложнее, короче, язык, чем немецкий. Немецкий там просто, знаешь, надо знать вот эти der, die, das, вот эту всю хрень. Короче, и много вообще нелогичных вещей в немецком языке, поэтому это надо все как-то выучить наизусть. Павлодар. Привет, Павлодар. Белгород тоже круто. В Томске был, конечно, был. Да, был в Томске. О, Рамирес, кстати, блин, прикольно. Вот. Грязный Рамирес, вот слушай его, короче. Машина его раздавила. А, да, машина раздавила. И вот реально вот из России вот сейчас реально Рамирес прикалывает, и реально. Витяшу его маш... Так, дальше. А, остановились на Рамиресе. Вот, реально, Рамиресу респект, вот. Оригинально делает, вот, очень круто. И меня вот эта вот грязь в его треках реально прикалывает. Так что, Рамирес, если видишь меня, респект тебе, бро. Вот, папа! Да, вижу. К сожалению, в Томске я был очень, ну, очень короткое время, короче, не мог там ничего посмотреть. Ребята, про класса спрашивайте у класса. Как бы, да? Я как бы не его менеджер и не знаю. Если бы вот его так не доставали, он бы, наверное, не удалился с Фейсбука.
На моем альбоме много грязи будет, ребята. В Сургуте не был, нет. Не, прав нету. Ну, были. Но, к сожалению, я их уже второй раз забрали, как бы. Ну, наверное, думаю, в этом году их восстановлю, как бы, что-нибудь сделаем. Все равно жене надо машину купить, короче, она права будет делать в этом году. А, да, это... Да, я понял. Сид, да? Вот. Папа, да, тоже крутые треки у них есть. Шарик там. Да, это эмоджи было. В этом месяце, наверное, выставлю что-то новое, а в следующем месяце, наверное, еще больше. Помочь тебе, амиго. Я из-за твоей метафоры селезенку порвал. Путь познания тернистый. У нас же будет пару версий альбомов, короче. На Limited будет, по-моему, 23. Запомни, вода есть. Не знаю, надо сейчас... у нас все записано, короче, все планы уже. Надо с Максом поговорить, ну, уточнить, что там точно. Не, Артем не сидит в инсте. С Шоком нормально дела обстоят. Башкирия на связи, Уфа, в Уфе был. Прикольные ребята там живут. Я ухожу прочь от шоссе. Я ухожу в бескрайнюю пустыню один. Путь у каждого свой, но мы увидимся на иной стороне. Дима будет на фите, да. Уже, наверное, раз 100 говорил. Короче, я же рассказывал, что, например, такая фишка, что комп полетел, короче, жесткий диск на компе, короче, другой жесткий диск полетел, поэтому никаких старых проектов, ничего больше не осталось. Да, будет старый злой батл. Какие сигареты люблю? Кубинские. Нет, голландские. Харьков, братаны, привет. Еще раз повторяю, два жестких диска, короче, полетели. Там был весь старый материал, все старые недоделанные проекты, поэтому этого уже ни хрена нету. Блин, я не знаю, вроде много бабок стоит восстановить жесткий диск, по-моему, там. Ну, я, короче, одному знакомому чувачку отдал, Сарусу, короче, он попробует там что-то восстановить, что-то, ну, может, получится там какие-то проекты там оттуда восстановить. Что за машина у меня была, ребята? Ford Escort. Я думаю, сейчас, вот именно сейчас имеет смысл дергаться в Германию, потому что здесь как бы все даже нелегалы могут сейчас оставаться, так что я думаю, наверное, сейчас вот самое время дергаться в Германию. Просто если вы хотите легально эмигрироваться сюда, короче, то надо много бабок, короче, и, а так, знаете, как эти все идиоты делают, короче, вот эти, которые сюда приезжают, просто выкидываете ваши паспорта, короче, выучите слово «азюль», короче, и прикиньтесь, короче, глухонемыми и все такое, и все будет круто. О, Турция круто, вот тоже собираюсь в отпуск, короче, все говорят, что Турция очень крутая страна, короче, для отпуска, короче, для туристов. Вот, Анталия, все такое.
Азюль, вот видите, правильно. Стоите на границе, короче, без паспорта, кричите «Азюль!» И там, не знаю, на сирийском что-нибудь. Я с Гарри давно не общались. Ну, по-моему, у меня его номер телефона тут есть, но... Краснодару привет. Крис, хватит есть конфетки. Давай я тебе нормальное что-то приготовлю. Да, что там был классный трек, My Life. Ну, просто девочка припев там, короче, вообще запорола и без нашего разрешения как бы слила этот трек в интернет. А я, блин, так долго над ним ночами, короче. С Алешей минус сделали, наверное, не знаю, неделю. Ребята, про других рэперов спрашивайте у этих рэперов, потому что, как бы, я не знаю, я вам, как бы, даю всякую информацию от меня, а что с другими, я, как бы, вообще не в курсе. Да, царство ему небесное, Женя. Жалко. Я много чего хочу, ребята, но... Понимаете, хотеть не вредно. Я говорю, в последнее время с России я слушаю Рамиреса, вот. Реально, как-то подсел, короче, с ребятами слушаем, потому что подача у чувака крутая, рифмы крутые, техника офигенная, и он делает что-то необычное, что-то другое, не вот эту всю хуйню под копирку, как, блядь, делают все остальные придурки. О, телефон садится. Так что сейчас заканчиваем прямую трансляцию. Ну, я не знаю, Берлин. Ничего не могу сказать про Берлин, но, блядь, там, наверное... Блин, там, наверное, не очень сейчас круто. Да ты не местный, сразу видать. Над песней я еще работаю. Как вас зовут? Бабита. Забавный. Что тут скажешь? Сохраню эфир, ребята, сохраню. В принципе, тут ничего. Крис, садись на диван, что ты там стоишь? Помахай ручкой. Ой, конфетки кушаешь, да? Хватит. Полтаве привет. Азюль — это типа убежище. Типа политическое. Ну там, если кого-то преследует, там из-за. Крис прячется за диван уже. Умирать никому не надо, ребята. Мы, в принципе, я как бы все на русском смотрим. Потому что сейчас, ну, в России реально. Все круто, короче, синхронизируют. Ну, звук, озвучка, все круто. Даже некоторые фильмы, даже вот Straight Outta Compton.
Straight Outta Camp мне понравился больше на русском, чем на немецком. На немецком это так звучало, блядь, как позеры какие-то. А на русском реально круто было. С Артемом фотку сделать? Ребята, зачем? О, белорусы тоже здесь. Привет. Николаеву привет, да, ребята. Привет, Шевнину Сереге, короче. Работаю в Дурдом Рекордс. С 50 центом, конечно, хотел фильм. Фит, да. Когда Рангу станет шериф? Рангу сейчас станет шерифом, наверное. О, Кривой Рог, да, там уже тоже был. Саньку привет! Ребята, если бы вы Артему оставили в покое и не, короче, не приставали, не приклеивались, как банный лист к заду, короче, к нему, он бы, наверное, может быть, вам на ваши вопросы бы в Фейсбуке отвечал и не удалил бы его, выставлял, может быть, новые фото. О, Илюхе, Илюха, братан, с днем рождения. А, хочешь поделать этот? Давай. Мозаику поделаем. Паровоз я хочу. Хорошо, давай мозаику паровоз. Садись на свое место. Так, паровоз, паровоз. Где у нас паровоз? Это самолет. Это самолет. О, паровоз. Да, хорошо, паровоз. Так, и наклеечки какие нужны тебе? Ты их сам можешь отклеивать, да? Да. Да? Ну тогда начинай строить паровоз. Делать. Привет в Москву. Я не фотографирую, я снимаю. Да? Чтобы показать, какой ты крутой уже и умный мальчик в 4 года. Папа, убери вот это. Сашу с прошедшим. Да, уберу. Что убрать, Крис? Вот этот мусор давай уберу. Что это такое? Что ты там убираешь? И зачем ты делаешь это фольгой? Это не надо, это шоколадом ты тут что-то размазал. Все, клей туда сверху, наверное, желтенький туда надо. А, оранжевый, ладно, еще туда. Так. Ладно, ребята, наверное, будем закругляться. Пока жены нету дома, надо накормить сына, короче. Что-нибудь вкусненькое приготовить. Привет, привет, всем привет. Что убрать? А, ты нехорошо приклеил здесь что-то. Хорошо. Все, красиво, Крис. Клей дальше. Кто я такой?
Что до конца нужно убрать? Я вот же все, я же до конца все убрал. Да. Нет, вот это. Подожди сейчас. Ладно, ребята, мне тут надо заниматься делами. Короче, до следующего раза. Всем, всем привет, всем уважуха. Всем ровным парнем, нормальным. А всем ненормальным. Пошли вы подальше. Так, что у тебя там? Склеилось? Ты возьми новые. Да возьми другие новые наклеечки. Вон у тебя есть. Вон, отклей оттуда и приклей нормально туда. Все, ребята. Давайте, Крис, скажи всем пока. Пока. Всем пока. Всем пока. До встречи.